Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota RAV4 2018 года выпуска, двигатель 2.5, бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 8000 километров. Заменю на нем масло в двигателе, масляный, воздушный и салонный фильтр. Открываю капот. Масло уровень. Открываю маслозаливную пробку. Поднимаю автомобиль и сливаю масло. Поднял автомобиль. Откручиваю масляный фильтр. Мою колпак. Очиститель карбюратора хорошо обезжиривает и смывает все это. Также снимаю вот это резиновое кольцо. Беру новый фильтр. Фильтр оригинальный 04-152YZZA4. Это идет для слива. Я не пользуюсь. Вставляю фильтр. По кроссу фильтр пришел не тот. Съездили, взяли фильтр MAN ASHU 7019Z. Также в комплекте идет новое уплотнительное кольцо резиновое. Уплотнительное кольцо под крышку и сливная форсунка. Ставлю кольцо на место сразу, чтобы не забывать. Смазываю его силиконовой смазкой сейчас. Ставлю на место фильтр. Обычная силиконовая смазка. Резиночку смазываю для того, чтобы герметично и мягенько закрутилось, не загнуло. Заворачиваю на место. Смываю подтеки. И сливаю масло. Ключик на 14. Сливаю.
Так, масло в стекло, закручиваю на место пробочку. Колечко еще хорошее. Опускаю автомобиль и заливаю масло. Заливаю масло. Масло Toyota 5W30. Номер для заказа 0,8-800, 80-88-45. Заливаю 4,5 литра, запускаю двигатель, дам сбежать, а потом уже выставлю уровень по норме. Так, пока оставляем. Глушу, даю стечь, а этим временем меняю пока воздушный и салонный фильтр. Фильтр буду ставить оригинальный, 17801-38011. Открываю две защелки и приподнимаю крышку. Немножко грязненький. Внутри чисто, пробег небольшой, вымазаться не успел. Теперь иду со стороны пассажира, открываю дверь. Открываю бардачок. Снимаю вот этот амортизатор сбоку. Стаскиваю его по бокам с двух сторон. Нажимаю вот на эти ограничители, их утапливаю. Чуть-чуть приопускаю и снимаю бардачок. Нажимаю на фиксатор и снимаю крышку. Достаю фильтр. Ну, фильтр за 8000 забился. Фильтр ставлю новый оригинальный. 87-139-50-100. Фильтр угольный. Стрелкой ставлю 0,8-800, 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
Стоит. Ну, как стоял, так и ставлю. Стоял с завода. Завожу крышку
на место и защелкиваю ее. Ставлю бардачок. Ставлю амортизатор и защелкиваю ее. Проверяю на работоспособность. Проверяю уровень масла. Достаю щуп, протираю и замеряю. Масло на 5 миллиметров ниже максимума. Немножко добавляю. Пять миллиметров это примерно 100-150 грамм. Пусть течет. Все, максимум. И на этом замену масла масляного воздушного и салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго!